Сегодня мы встречаемся с вами, чтобы обсудить брендированные тарифы. На сегодняшний день достаточно большое количество авиакомпаний брендируют тарифы, то есть предоставляют нам возможность очень быстро и наглядно оценить преимущества различных типов тарифов в дополнительном окошке, сравнить тарифы, забронировать места, перебронировать по другим классам или типам тарифов, если есть в этом необходимость. И вызвать это окно Brands and Consilieries мы можем после открытия экрана наличия мест, а также после выполнения расчетов форматами FQ и FQBB. Начнем с крана наличия. Открываем экран. Дата, пара городов. Признак того, что авиакомпания брендирует тарифы, это есть индикатор B. Подводя курсор к нему, мы видим подсказку Brand Family Information may be available. Click to view. То есть кликните, чтобы отобразить информацию. Эта информация будет доступна для всех пользователей интерфейса Travelport SmartPoint, при условии, если авиакомпания активировала Branded Fares, вы видите, что не у всех перевозчиков этот индикатор имеет место быть. Вот, Galileo Desktop это графическое решение не могло быть реализовано, а Travelport SmartPoint позволяет нам воспользоваться такой возможностью. Нажимаю на индикатор B. Вот вы видите, что в данном случае классы бронирования распределены по различным классам обслуживания. Вот есть экономия, есть бизнес. И внутри каждого класса обслуживания по типам тарифов. То есть определенные буквы, коды бронирования доступны только, допустим, для сейвера, либо для классик, либо для флекс типа тарифов. Вот. Но это характерно не для всех перевозчиков, такая ситуация. Например, если мы откроем вот такой вариант, мы видим, что есть перечень типов тарифов. Мы в этом названии наблюдаем сначала класс обслуживания, потом тип тарифа. Но, собственно, все классы бронирования собраны вверху, и они не распределены построчно. Это может означать то, что по одному и тому же классу бронирования можно забронировать как по тарифу Light, так и по типу тарифа стандарт, либо премиум. Иногда бывает так, что в бизнесе распределены, а в экономии нет. Но это уже индивидуально у каждого перевозчика. Так, если мы хотим ознакомиться с данными, с текстами, которые здесь в общем-то, присутствуют, мы можем подсветить ту либо иную строчку и увидеть информацию, допустим, по типу тарифа стандарт, что включено в стоимость тарифа. Можно использовать скроллинг, можно посмотреть вот в таком варианте, который справа. Вот. То есть можно поочередно почитать о каждом из перечисленных типов тарифов. А также можно, воспользовавшись нажатием на кнопку Matrix, которая находится справа вверху, переключиться с Details на Matrix. Нажав на эту кнопку Matrix, мы можем увидеть сравнительную таблицу и, соответственно, выяснить, что касается, например, зарегистрированного багажа в размере 1 единицы весом до 23 кг. По типу тарифа Light багаж не включен в стоимость, но его можно докупить. По типу тарифа стандарт, да, он включен в стоимость. Для всех остальных это не есть актуально, поскольку для премиума экономии мы видим, что птичка стоит в третьей колонке. Это два чемодана по 23 килограмма каждый. Для бизнес-классов два чемодана по 32 килограмма каждый, в свою очередь. Ну и остальные параметры. Тут есть ручная кладь. Кстати, в экономии и в бизнесе тоже есть отличия. Если речь идет о перебронировании, либо о возможности вернуть билет.
Опять же, мы видим, по тарифу Light такой возможности нет, ни того, ни другого, ни перебронирования, ни возврата. По стандарту, да, можно, но со штрафом. В премиуме такая возможность доступна без штрафных санкций. Ну, если это бизнес-класс, то также есть различия между сейвером и флексом. Либо да, либо нет. Вы видите, соответственно, три варианта изображения, в общем-то, тут может быть. Либо да, птичка, либо нет, знак X, либо код валюты, что значит да, возможно, но со штрафами. Либо если речь идет о не о штрафных санкциях, а о, допустим, каких-то услугах, то это подразумевает не штраф, а оплату дополнительных услуг. Ну, также предварительное бронирование мест в салоне, если требуется, возможно или нет, платно или бесплатно. Питание. Вот, причем тоже есть различные типы питаний. Там внутри каждого класса обслуживания также могут быть вариации. Наличие Wi-Fi. Вот, то есть это очень наглядно, удобно и, в общем-то, для использования продуктивно. Вот, то есть мы с вами сейчас увидели возможность переключаться между кнопками Details и Matrix. Также здесь есть возможность бронировать место. Помимо того, что мы можем это сделать, кликнув на классе в экране наличия, если уже вы зашли через индикатор B в окошко Brands and Ancillaries, вы можете нажать на нужный вам класс, какой-то из перечисленных, если они в зеленом цвете, они доступны. Если в оранжевом, соответственно, на листе ожидания, либо на запросе. Ну а если серый цвет, это означает, что класс закрыт. Рядом с классом бронирования есть либо цифровое значение, либо буквенное, которое и обозначает, выражает соответствующую ситуацию, статус этого класса бронирования и возможность его взять, либо невозможность. Но цветовая индикация также нам в этом содействует. Если вы хотите забронировать одно место, вы можете кликнуть на нужном вам классе. Курсор приобретает, видите, визуально соответствующее изображение, как перед бронированием. Если вам надо будет забронировать не одно место, а большее количество, вы можете выбрать нужное вам число и кликнуть, соответственно, на том классе, который вам понадобится. Вот, я выбрала, допустим, кей-класс на путь туда в количестве двух мест. Места взяты. Так, если мы хотим посмотреть, собственно, не только посмотреть, но и просчитать данные, как вы видели сейчас о суммах, о каких-то цифрах речь не шла, поскольку мы с вами зашли в экран Brands and Ancillaries из экрана Availability, из экрана наличия. Но в случае, когда вы делаете расчет форматами FQ либо FQBB, у вас появится также возможность ознакомиться, либо же выполнить определенные действия, перебронировать на нужные вам классы или на нужные типы тарифов. Вот, то есть это уже более, так скажем, будет, возможно, удобно для вас, если вас интересуют цифры, стоимость. Итак, если мы выполняем расчет командой FQ, мы видим, соответственно, данные по тарифу, по таксам, по тоталу. У меня тут было взято два места. Я для удобства верну на одно место на первом сегменте, чтобы цифры нас не смущали высокие. Так, и по тарифу, который был рассчитан, мы наблюдаем сейчас багаж. Вот у нас 0 без концепт на путь туда. Вот, у меня один сегмент пока что, также ручная кладь 7 килограммов, ну и, собственно, все данные, которые мы обычно видим. Вот, естественно, если вы делаете расчет и еще нет фамилии имени пассажира, поле FF не создается. Это нормально. Напомню вам, что, тем не менее, если вам надо будет посмотреть детали расчета до создания поля FF, вы можете воспользоваться командой F-Q. Но расчет этот выполняется по самому низкому из всех возможных, то есть по типу тарифа Light. Вот признак LL в Firebase виден. Ну, в принципе, не у всех перевозчиков он выражается именно так, как вы понимаете. У каждого перевозчика есть свои какие-то особенности предоставления тарификаторами названий Firebase. Вот, но в данном случае мы видим, что это Light, 0 по багажу.
Вот, и это самый низкий из доступных. Но если вам нужен будет не самый низкий из тех, которые существуют, типов тарифов, а более высокий, возможно, стандарт, чтобы багаж был включен в стоимость, а может быть, флекс, либо еще какой-то, у вас есть для этого возможность подвести курсор и нажать на надпись View. И подсказочка, которая всплывает нам, это тоже, в общем-то, говорит, branded fares, available, кликайте, чтобы отобразить. Информация может быть доступна либо после нажатия на слово View, либо после нажатия на Total, который обозначен зеленым цветом. Аналогичные абсолютно будут данные далее, то есть не имеет значения, куда вы нажмете, либо на View, либо на Total. Еще раз напомню, что мы сейчас с вами использовали команду FQ, то есть расчет в том же классе, классе K, который был забронирован. Нажимаю на View. Сейчас откроется изображение, в котором мы видим уже не просто перечень типов тарифов, мы видим также, собственно, сам класс, K-класс, который у нас забронирован, три типа тарифа в K-классе Light, Standard, Premium, а также для альтернативы, для того, чтобы нас ознакомить, заинтересовать, есть еще и варианты в бизнес-классе. Бывают у некоторых перевозчиков ситуации, когда самый низкий тариф в бизнесе, возможно, какой-то сейвер, ниже, чем один из дорогих в экономе. И, возможно, это тоже будет, в общем-то, заинтересовывать тех, кто ищет варианты. Так, сейчас я вижу, вопрос был задан, как изменить количество пассажиров до сохранения бронировки. Сейчас отвечу на него. Я постараюсь своевременно проверять, задаете ли вы вопросы, но если вдруг я не замечу это в тот же момент, когда вы его задали, я тогда постараюсь ответить в конце нашей встречи на все вопросы. Итак, каким образом было выполнено действие по изменению количества пассажиров? Этот формат выглядит следующим образом. Собака, номер сегмента, слэш, количество пассажиров. Поскольку у нас и сегмент под номером 1, и количество пассажиров 1 человек, да, 1 пассажир, это так у нас совпало, что и там единица. Ну а если будет необходимость поменять на первом сегменте количество, увеличить до 2, либо еще до какого-то числа, соответственно, после слэша вы будете видеть нужную цифру. Да, это действие мы выполняем только в несохраненных бронировках. До сохранения бронировки это можно делать. Точно так же, как не рекомендуется менять класс бронирования после сохранения таким форматом. Технически это возможно сделать, но это не будет корректным в рамках работы в системе бронирования. То есть важно, чтобы вы, если используете некие форматы, они полезные, удобные, конечно же, но нужно их использовать грамотно. До сохранения бронировки, пока не предоставлен номер локатора вашему бронированию, вы можете делать корректировку беспрепятственно. Но если уже бронь сохранена, то изменения требуется делать путем удаления сегмента и взятия нового сегмента, а не путем замены. Потому что вот эта замена – это фактически две транзакции одним действием. Вы и отдаете, и берете одновременно. Так, вернемся снова к тому, что мы с вами обсуждали. Я снова нажимаю на View. Так, значит, по умолчанию, когда мы с вами рассчитывали командой FQ, как вы помните, у нас рассчитался самый низкий из доступных, а именно Light, тип тарифа Light по K-классу. Но есть другие варианты, и насколько они дороже, мы сразу же это видим. И почитать мы можем о каждом. Либо, если вы захотите поменять на какой-то другой класс, то, соответственно, вы можете переставить птичку, и это будет уже означать возможность перебронировать. То есть, если вы переставляете на класс F, здесь или здесь, и потом нажимаете на Fare Quota, это будет перебронирование на другую букву, на другой класс бронирования, на F. Если же у вас изначально был K, а вы переставите на стандарт K-классе, тут два варианта может быть. То есть вы можете это делать либо на этапе, когда еще фамилия пассажира не внесена, как у нас сейчас, либо же, когда уже фамилия пассажира добавлена и поле FF будет создаваться. Ну, рассмотрим первый вариант. Сейчас у нас фамилии пассажира пока нет. Мы пробный расчет делаем, мы еще пока не вносили фамилию пассажира. Соответственно, вы можете узнать, насколько будет дороже, если вы
поставите птичку, допустим, в строчке стандарт K, или, собственно, вы это видите, даже не представляя птичку, вы это уже сразу видите, но класс не будет меняться, класс по-прежнему K. Поле расчета не будет создаваться, потому что фамилии пассажира еще пока нету в бронировке. Вот если уже вы будете делать эти действия после того, как фамилия пассажира добавлена, тогда будет создаваться поле FF. И есть смысл, конечно же, переставлять эти птички уже на этапе, когда фамилия пассажира внесена в бронь. Вот. Но для ознакомления мы можем на этом этапе, пока еще ее этой фамилии нету, тем не менее мы захотим узнать, насколько дороже будет, если мы, допустим, предпочтем стандарт, а не лайт. То есть тот, который с багажом, а не тот, который для пассажиров налегке, без багажа путешествующих. Вот. И в нижней строчке мы видим также от оригинальной стоимости, от тотала. Вот справа у нас, кстати, вверху есть часть экрана, где мы видим тариф, таксы и тотал. Вот можем сопоставить. В экране Brands and Ancillaries мы видим эту стоимость тотала, включая таксы, плюс сколько будет добавляться денег, если мы предпочтем другой тип тарифа. Вот. Кстати, у нас пока что только один сегмент, вот одна закладочка. Если будет забронировано больше сегментов, соответственно, для каждого участка будет отдельная закладка. Вот. Сейчас мы добронируем, наверное, сюда еще сегмент, чтобы у нас была возможность раунд-трип обсудить. Так, для того, чтобы сразу взять кей-класс, к примеру, я добавлю собака кей, отсортировав перед этим по коду перевозчика PS. Поскольку у меня перед этим был открыт экран Киев-Рим, и я хочу сейчас открывать в обратную сторону, я указываю формат AR, число месяц. Вот, но не буду писать откуда и куда. Это формат открытия экрана наличия в обратную сторону. Ну и добавила также пару модификаторов для удобства. Так, значит, у меня еще есть кей-класс. Давайте воспользуемся не такой стандартной возможностью, как бронирование нажатием на кей-класс, а вспомним, что вызвав экран через индикатор B, мы можем взять сегмент, нажав на кей. Здесь вот попытка забронировать успешно. Вот у нас есть теперь обратный путь. И расчет FQ, если мы делаем, это будет в том же классе. И экран после нажатия на View будет нам предлагать три типа тарифов в K-классе и также для альтернативы бизнес-класс F. Saver и Flex также. Вот. Но уже у нас теперь появился не только вариант, ну, не только закладочка из Борисполя в Фемичину, но и обратный путь тоже есть. То есть, если, допустим, мы воспользуемся возможностью почитать, мы просто кликаем там или еще где-то, ну, то есть познакомиться с разными типами тарифа. Если мы хотим уже приплюсовать эти 622 гривны, мы ставим птичку на соответствующей строчке в этой ячейке и внизу видим, что уже сумма добавилась. Если вам, может быть, туда нужен все-таки стандарт, а обратно вы хотите оставить лайт, вот от тотала к тоталу, точнее, у нас будет добавляться еще на путь туда 622 гривны, поскольку выше тариф. Ну и все, собственно. Ну а если вам и на обратный путь также нужен стандарт, вы ставите птичку в этой закладке, и еще 622 гривны суммируется к изначальной сумме. И справа мы видим тотал, включая таксы, вместе с этими доборами, которые к стандарту имеют отношение. Но делать фаер-квота сейчас смысла нет, поскольку класс все равно не поменяется, он остается прежним, а поле расчета не появится, потому что у нас еще нет фамилии. Но для того, чтобы мы с вами понаблюдали, что будет, если мы предпочтем, допустим, другой класс бронирования, F, я поменяю на F-класс, и теперь нажимаю на фаер-квота, вижу итоги. Собственно, это изображение, которое нам достаточно знакомо. Информация по багажу. Вот. Перебронировать. Ребук. Вот. И перебронирование состоялось. Вы видите, что класс F теперь отобразился. Собственно, это есть такой аналог действий, как
Собака 1-2/F. Изменение на двух сегментах класса. Только что мы с вами буквально обсуждали, как можно поменять количество пассажиров. Сейчас мы видим, как поменялся класс на F при помощи графики. Ну и есть аналог форматный. Вы сейчас видите его в этом окошке номер 3. Вот, то есть это произошло действие по перебронированию на другой класс. Если мы будем выполнять форматы в QBB. Попробуем сейчас такой. Так. И уже, собственно, воспользуемся возможностью внести фамилию, чтобы у нас перебронирование состоялось с, ну, в другой класс, к примеру, и плюс еще и поле расчета тоже, чтобы было создано. Итак, если мы делаем расчет, это касается и FQ, и FQBB, при наличии фамилии, после вызова экрана Brands and Ancillaries у нас будет появляться поле FF уже. Но когда мы вносили FQBB на этом этапе, вот, нам предлагается вариант, он тоже безбагажный, по умолчанию самый низкий из доступных тарифов нам рекомендуется использовать. Да? Вот. И я нажимаю на View, либо можно на Total зеленого цвета нажать. Мы видим, что рекомендуемый вариант самый низкий Light, или стандарт, или премиум в X-классах. Так? Или же для альтернативы есть Saver или Flex в Z-классе. Но, обратите внимание, относительно F-класса Z будет выше. И насколько он выше? То есть это относительно того, что мы на данный момент имеем. Вот такая... Прошу прощения, не от той суммы, которая F, считается от того, той, которая у нас на данный момент предлагается по X. Туда по X-классу, обратно по N-классу. Вот так это выглядит. Туда по X-классу, Борис Пальфимичино, обратно N-класс. Так, вот такая вариация. Если мы хотим перебронировать, в случае, когда мы воспользовались бы просто командой FQBB и нажали бы FQBBK, у нас был бы по умолчанию light по X-классу на путь туда и light по N-классу на путь обратно. Но мы воспользуемся перебронированием через окно с брендированными тарифами. И пускай это будет не light, а стандарт, например. Да, это самый низкий из возможных доступных на данный момент классов бронирования туда X обратно N. Но с возможностью взять багаж. Вот, и мы видим, что... То есть суммы минимальной доплата, fare quota, rebook. Сейчас мы увидим эти классы туда X обратно N. Вот они. Ну и поле расчета тоже появилось. Звездочка FF. Детали открываем. Вот у нас SS. То есть если light там будет LL, если стандарт SS, сочетание буквенное такого рода. Вот, и уже с багажным, с возможностью вести багаж мы наблюдаем. Если мы из деталей расчета нажмем на кликабельную надпись View Brand Details, мы с вами увидим один вариант, тот, который у нас уже, собственно, просчитан. То есть мы сейчас открывали из поля расчета изображение, нажав на View Brand Details, мы видим детали, в общем-то, описание особенностей. По пути туда стандарт в X-классе, по пути обратно стандарт в N-классе. Так, сейчас я удалю расчеты. FX, собственно, один он у меня есть, удаляю. И хочу продемонстрировать вам, что будет, если мы используем команду FQ при наличии фамилии. То есть перед этим мы делали FQ без фамилии, потом FQBB с фамилией, а сейчас FQ с фамилией. Набирая команду FQ, то есть выполняя расчет в том же классе, мы уже сразу получаем расчет созданный. Поле FF создается. То есть когда мы делали FQBB, чтобы появился расчет, если там есть куда перебронировать, надо было еще на FQBK нажать, то, используя команду FQ, мы видим, что поле FF уже появилось. Это то поле, которое, в общем-то, содержит данные. Безбагажные, да, то есть по X-классу, по N-классу без багажа. LL, light, 0 без concept. Вот. Но если мы хотим, выполнив FQ в том же классе,
все-таки, чтобы это был тариф с багажом, мы можем нажать на View, либо на Total. Вот. Переставить на нужные нам, интересующие нас больше вариации. Допустим, на стандарт, нажать на Fare Quota. И к тому тарифу, который, к тому, к той записи, которая в поле FF у нас уже была, у нас добавится еще одна. Сейчас я еще раз открываю поле FF. Видите, уже две записи. Первая у нас появилась еще, когда мы набирали FQ. Вторая появилась, когда у нас после нажатия на View в открывшемся окошке я переставила птички напротив стандартов, их зафиксировала. То есть вот у нас первый вариант Light безбагажный, второй вариант стандарт с багажом. Удаляю первый FX1. И у меня остается один единственный багажный Total 8266 гривен. Вот такая картина. Вот, то есть, если вы делаете несколько действий, если у вас создается несколько расчетов, вы, конечно, можете это поэкспериментировать, посмотреть, что получается, какие есть преимущества, какие возможности у того либо иного тарифа, и в итоге все-таки оставить оптимальный вариант, который наиболее предпочтителен для вашего пассажира. Вот. И брендированные тарифы, еще раз напомню вам, конечно, позволяют нам сориентироваться по штрафным санкциям. То есть сейчас открою снова детали расчета в одном из окон, чтобы акцентировать ваше внимание на этом изображении. Итак, если нам нужно почитать детали уже существующего расчета View Brand Details, я нажимаю на эту надпись, и мы можем ознакомиться с тем, какие есть данные по багажу, по питанию, по возможности бронировать места, по доступу в бизнес-лаунж-зону и так далее. То есть вот эти все данные здесь описаны. Либо нажав на матрикс, посмотреть касательно не только багажа, ручной клади, но и штрафные санкции по перебронированию или по возвратам. Вот можно так. Конечно, здесь не указано ничего о сумме, какой штраф за перебронирование, или сколько нужно оплатить при необходимости делать возврат билета, при желании пассажира выполнить такое, в общем-то, переоформление. А вот, если нас интересуют правила тарифа, мы можем это сделать быстро и удобно, нажав на Fare Basis, чтобы не открывать FD-экран отдельно. Нажимая на Fare Basis, появляется окошко, где указаны пункты вылета прибытия, дата вылета, дата оформления билета. Если мы еще не выписали билет, то это будет текущая дата. Ну а в тех расчетах, где уже билет был выписан, и вы впоследствии заходите в расчет и смотрите правила, соответственно, там будет указана та дата, когда именно был оформлен билет. Указан сразу вид тарифа, он подтягивается, тип пассажира. Когда вы будете смотреть, может быть, из электронного образа билета, бывает так, что здесь пустота, пустое пространство, нету кода пассажира, и выполняя поиск, вам система будет говорить, вы не указали код пассажира, использовать стандартный adult. Вы соглашаетесь, и этого достаточно. Либо можно было бы там написать ADT от руки. И вот тогда происходит у нас переадресация на страничку FD-экрана, где указан именно тот Firebases, который мы сейчас с вами просматривали. То есть по X-классу я нажимала на первую строчку, где тариф по X-классу. Для того, чтобы ознакомиться с условиями всеми, мы нажимаем на Fare Basis. Но если надо ознакомиться только с штрафными санкциями, нажимаем на величину тарифа и видим, что возможно или невозможно. Если да, то с каким штрафом, до отправки, после отправки, какие есть условия. Вот. Закрываю. Вот, то есть мы открывали экран наличия, просматривали через индикатор B экран с брендированными тарифами, выполняли расчет. После этого также просматривали данные по брендированным тарифам и перебронировывали. При наличии фамилии у нас создается поле FF, соответственно. И это очень удобная версия работы с альтернативными тарифами, работа с этим окном Brands and Ancillaries, поскольку
Если у авиакомпании это сейчас характерно для большого количества перевозчиков, есть по одному и тому же классу и без багажа, и с багажом, и флекс. Вот, соответственно, конечно, есть определенные дополнительные шаги требуются от агента, чтобы прикрепить тот расчет, который актуален для конкретного пассажира. Конечно, мы не можем не вспомнить про формат FQA, расчет альтернативных тарифов. Вот, в случае, когда у вас есть ситуация с такими альтернативными тарифами, когда есть и без багажа, и с багажами. Вот. И формат FQA, конечно, он работает замечательно, но здесь есть свои особенности. Здесь не более чем 4 позиции может быть. А при в тех случаях, когда количество комбинаций по разным типам тарифов, да еще плюс разные классы, превышает это количество, конечно же, брендированные тарифы намного более удобными являются. То есть экран, именно работа с экраном брендированных тарифов, переставлять птички в нужные строчки гораздо быстрее и нагляднее работа будет вестись, нежели если вы будете сначала просматривать, что за тариф, нажимая на порядковый номер, допустим, так. Вот, открываете, видите Firebases. Если вы знаете, что LL – это признак light тарифа, то вы не будете его выбирать. Если вы все-таки его выбрали, FF4, вот это квота 4, расчет 4. Если вы выбрали из этого списка, он под номером 4, и в поле расчета вашего пассажира он теперь следующий, второй. Вот, вы видите, что да, это тариф light, безбагажный, вам не подходит, удаляете его. Если вам понадобится перебрать все тарифы, ну, наверное, это не будет как-то удобно для вас. Вот. Если вы знаете, какой именно вам нужен, может быть, вы это уже многократно выполняли, вы знаете, там, по стоимости ориентируетесь или прочитав условия, может быть и так. Может быть, выбираете вариант, в итоге находите нужный. Да? Вот. Сейчас я выбрала, я припоминала стоимость, поэтому взяла сразу тот, который был в первой позиции. И, собственно, вот он у меня уже прикреплен. Иногда агенты делают так. Открывают команды FQA, перечень, выбирают первый FF1. Потом снова открывают список, выбирают FF2. Снова открывают список, выбирают FF3. Кстати, можно не командой делать этот выбор FF3, либо там FF4, а подводя курсор и кликая на это изображение. Вот. Но в итоге, когда в поле расчета уже достаточно большое количество тарифов, то есть все из перечисленных вариантов выбраны, прикреплены, ну, конечно же, не для того, чтобы все их сохранить, это невозможно, а для того, чтобы просмотреть детали. Кстати, видите, вот есть вариант туда light, обратно стандарт. Может быть, кому-то этот вариант тоже будет необходим. Так вот, этот вариант, он наиболее такой громоздкий, неудобный, длительный, можно сказать, ну, не самый удобный, естественно. А если вы работаете с брендированными тарифами, то гораздо более просто и быстро вы все эти процедуры расчета по нужным вам типам тарифов произведете. То есть, когда у нас есть FQ, либо FQBB, нажатие на View, либо на Total, фиксация знака птичка на нужной вам строчке. И давайте возьмем, допустим, туда и обратно в премиуме даже. Вот, для разнообразия сейчас выполняю такое действие. Не в стандарт, а в премиум я переставила. Так, и открываю детали. Вот PP. Да, то есть LL это light, SS это стандарт, PP это премиум, который позволяет вести 2 единицы багажа. Так, вот такие возможности у нас есть. Так, и еще хотела напомнить вам, что открывая экран тарифов, если вы хотите ознакомиться с перечнем тарифов конкретного перевозчика, допустим, по классу X, какие бывают тарифы, добавляем -класс бронирования и видим, вот эти 3 тарифа LL, SS, PP. Для N, например, та же история.
Вот. Вы можете отсортировать в FD-экране тарифы определенного класса, вот, бронирование, сравните. То есть это для просмотра данных по альтернативным тарифам. Вот это то, что я хотела вам рассказать по брендированным тарифам. Вижу, появился вопрос. Так. Есть вопрос, есть ли тестовый доступ к системе бронирования Галилео. Нет, к сожалению, тестового доступа нет. И если вы подписываете договор, система бронирования будет вам предоставлена, вы будете подключены к ней, тестового доступа нет. Есть тестовые доступы к различным программам. Если у вас уже подписан договор и у вас есть система, то разнообразные функции вам могут в тестовом режиме подключаться. Но это лишь для тех агентов, у которых есть договор. Если вас интересует возможность подключения, можете обратиться к коллегам из нашего отдела маркетинга и задать вопросы по подключению. Есть ли еще вопросы у вас? Если у вас вопросов больше нет, то я буду с вами прощаться. Жду вас на наших следующих вебинарах. Расписание вы видите, я думаю, да, то есть вы уже записаны на этот вебинар. Соответственно, вы получали наши рассылки. И приглашаю вас записываться в течение текущей недели, а также следующие у нас на этот период уже анонсированы мероприятия. Буду рада с вами еще встречаться. Спасибо вам за внимание.